Thank you.
два ритмических рисунка. По три ритмию, четыре кнопки. Искупал он свои души, а искупление означает отдаление от силы, ой, желания. Подобно запачканной одежде, очищаемой от нечистоты. Отсюда и называется жертва на иврите курбан, от слова коров. Что значит близкий, потому что жертва, то есть отторжение человеком части своего внутреннего животного организма ради сближения с Творцом, и потом она сближает Израиль с их небесным отцом. Субтитры создавал DimaTorzok.
Thank you.
Thank you.